Добрый день всем из Одессы. Сегодня 10 июля 2024 года. У нас в Одессе просто экстремальная жара. Очень жарко, просто нереально жарко. Градусники зашкаливают, на солнце больше 50 градусов, чтобы вы понимали. Единственное спасение – это просто залазить в море и с него не вылазить. Сообщают о том, что в связи с перемещением тропической воздушной массы с севера Африки на юг Украины 11-15 июля по Одесской области ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 35-39 градусов. Местами чрезвычайная жара 40 градусов и выше. То есть идет какой-то тропические массы, воздушные массы с севера Африки сюда на южные регионы. И поэтому жара будет просто аномальна. Она уже есть. У нас была воздушная тревога, я ее, правда, немножечко пропустил, о ней вам не сообщал, но, в принципе, все было спокойно. Объявили ее 14.58, отбой дали 15.16. Были ракеты, но, судя по всему, ракеты летели на Николаевскую область, район Вознесенска. Вот, у нас, в принципе, все было тихо. Хотя сообщалось о том, что там много истребителей взлетело, порядком 5 штук, и угроза присутствовала действительно высокая. Вот, такая вот у нас обстановка. Я на связи, будет обновляться информация, буду сообщать. Всем мирного неба, хорошего дня.